Итак, друзья, давайте сейчас решим другую нашу проблему. Проблема в следующем заключается. Плохо показывает телевизор. Например, на даче или где-то в городе даже. Не у всех в городе хорошо и стабильно показывает телевизор. Почему? Потому что это старое телевидение. Я имею в виду не сам телевизор, а сигнал. Телевизионный сигнал аналоговый. Он устаревший. Почему? Потому что вот такие вот помехи возможны. А на секундочку к этому современному телевизору подключена вот такая, я вам покажу, современная антенна. Понимаете? Современная антенна, дорогущая, подключена к современному телевизору, а результат сомнительный. Но есть решение. Деньги меньше даже, чем эта антенна. То есть эта антенна стоит дороже, чем наша приставка. Посмотрите. Берем старый кинескопный телевизор. Берем нашу небольшую современную приставку. Цифровая ТВ приставка Harper. Что я делаю? Я подключаю ее. Подключается она очень просто. Смотрите. Вот это кабель питания. А это кабели, которые идут в комплекте, друзья мои. Они оказываются у вас в коробке бесплатно. Видите, белый к белому, красный к красному, желтый к желтому. Все легко. То же самое с телевизором. К телевизору и к современному. И даже к старому кинескопному можно подключиться этими проводами. Дальше. Автоматически приставка ищет все доступные вам каналы и под разрешение экрана их подгоняет. Давайте я вам это продемонстрирую. Смотрите, здесь уже подключены провода приставки. Сюда тоже они подключены, тоже по цвету. А сейчас для, так сказать, чистоты эксперимента я вот здесь оставлю приставку и с помощью обычного гвоздика вместо антенны попробую запустить цифровое телевидение. Это для чего я делаю? Для того, чтобы показать, что дело все в первую очередь в приставке. Именно она позволяет принимать не аналоговый сигнал, как на большом телевизоре, как наша дорогостоящая антенна, а именно цифровой сигнал. Он новый, и вся наша страна переходит на цифровое телевидение в ближайшие несколько месяцев. Это указ президента Российской Федерации. Я думаю, что прямо сейчас мы его сможем увидеть. Ванечка, у меня вопрос. Скажи, вот многие телезрители не понимают, как и моя мама не понимает, что такое аналоговое телевидение, что такое цифровое телевидение? Очень просто. Аналоговое телевидение – это старый вид сигнала. Старый вид сигнала – особенность... Помехи. Вот это главная помеха. Проблема – это помехи. А современное цифровое телевидение без помех и без шуршания. Есть указ президента, да, друзья. Указ президента говорит о том, что наша страна в обязательном порядке в ближайшие несколько месяцев откажется от аналогового телевидения и полностью перейдет на цифровое телевидение. Понимаете? Это неминуемо. То есть очень скоро аналоговое перестанет просто существовать. Слушай, а что если вот это желтые, красные кружочки, что это значит? Друзья, это цифровые передатчики. Ага. То есть, если вы думаете, что в вашем регионе нет цифрового телевидения, вы, извините, конечно, но ошибаетесь. Почему? Потому что они есть везде. Вот эта карта яркое тому доказательство. Во всех регионах страны есть, пусть разное количество этих вышек, но они есть везде, во всей России. Хорошо, предположим, мы закажем вот эту всю систему, сколько каналов новых у нас появится. Цифровые в хорошем качестве. Но только цифровые у нас и появятся. До 40 каналов, друзья, до 40 каналов высочайшего цифрового качества. Причем был проведен, опять же, государственный конкурс, потому что государственная программа. И этот государственный конкурс отобрал лучшие из лучших каналов в разных форматах. Детские каналы, музыкальные каналы, информационные каналы. Все это здесь у вас появится. Спасибо, Ванечка, за такую содержательную информацию. Друзья, если вы хотите не платить абонентскую плату за цифровые каналы, тогда это предложение для вас. Обратите внимание. По многочисленным просьбам мы сегодня вам представляем не отдельно телевизионную приставку, не отдельно цифровую антенну, не отдельно HDMI кабель, а все вместе для подключения цифрового идеального изображения. Более 40 новых каналов появится в вашем доме, даже если у вас маленький старый телескопный телевизор. 800 рублей скидка, друзья, 2799 рублей. Вот такой полноценный комплект. Вань, у меня вопрос про антенну. У нас же она тоже здесь идет. Вот она что нам дает? Слушай, антенна тоже идет. Я уже, честно говоря, подключил небольшую антенну, вот такую слабенькую. Но я могу подключить и хорошую нашу. Сразу, чтобы не ждать и не откладывать это дело в долгий ящик. Смотрите, друзья, с помощью старой антенны и простенькой, предназначенной для аналогового телевидения, мы, конечно, сигнал поймаем. То есть у нас телевидение будет показывать, потому что даже с помощью гвоздика у нас получилось это сделать, да? Но у нас же есть еще и специальная современная антенна Harper, и приставка у нас тоже Harper, видите?
антенны Harper, приставка Harper, они созданы друг для друга. И с помощью нашей антенны вы получите большее количество каналов. Вы сможете ускорить процесс переключения каналов. И вы еще повысите качество изображения. То есть, еще раз повторю, количество каналов увеличится, качество изображения возрастет, скорость переключения каналов тем более. Мне еще нравится, что два телевизора одновременно можно смотреть при помощи нашей телевизионной приставки. С помощью HDMI кабеля, о котором ты уже говорила. Слушай, ты знаешь, я папе купила вот эту приставку, он очень доволен. Пушкина, Подмосковье, именно там они проводят время с моей мамой. 9 каналов раньше принимала, и то, знаешь, некоторые каналы такие в снежке были. Вот надо было присматриваться к лицам ведущих, там, предположим. Вот теперь, Ванечка, 29 новых цифровых каналов появились у моего папы. Комплект цифрового телевизора. Телевидение мы предлагаем вам, и телевизионная приставка, и телевизионная антенна, цифровая вариация с кабелем. Все входит в комплект, не переживайте. 2799 рублей. Приставку можно подключить к современному телевизору с помощью проводов, которые идут в комплекте, с помощью вот этих вот разноцветных тюльпанов. Но если вы возьмете вот такой кабель, HDMI кабель, вот он здесь подключен, который у нас тоже есть, который у нас тоже можно приобрести на телеканале, все предельно будет понятно. Он, есть комплект, кстати, есть в комплекте. Он в комплекте идет. Ванечка, тем более, друзья, он есть в комплекте, его даже приобретать не нужно. То есть тюльпаны идут в комплекте, HDMI кабель идет, все идет идеальный, в комплекте. Идеальный комплект. Так вот, друзья, мы сможем еще и нашему второму телевизору подарить цифровое телевидение. Каким образом? Посмотрите, пожалуйста, я вам сейчас это покажу. Переходим в меню цифрового телевизора, чтобы подключиться к цифровой приставке. Смотрите, переходим из антенны, режима антенны, переходим в HDMI, нажимаю ОК, и что у нас? Классное у нас сразу изображение. На два телевизора транслируется цифровое телевидение. Представьте себе, что вы можете с этим сделать. Вы можете сразу два телевизора подключить, как современных, так и кинескопных, любых. Даже черно-белый телевизор можно подключить к этой приставке и тоже будет показывать. Ну, естественно, не цветное изображение будет, но четкая, стабильная картинка вам гарантирована. Но я думаю, что до этого не дойдет. Но ведь это еще не все, друзья. Тут есть еще и телегид. Телегид что это? Это программа телепередач в режиме реального времени. Инструкция. Многие спрашивают, где инструкция, если идет ли в комплекте инструкции. В комплекте инструкция идет, бумажная. Но есть еще и онлайн инструкция. Что это значит? Вот здесь, всегда внизу экрана, есть подсказки, друзья. Видите, желтая клавиша, вот желтая. Синяя, вот, пожалуйста, синяя. Все вот здесь на русском языке прописано. Так вот, можно даже устанавливать режим записи. Помните, раньше видеомагнитофоны были, потом DVD-проигрыватели появились. Можно было записывать телеэфир на видеокассету, а потом уже на компакт-диск. Тут то же самое. Вы можете на USB-флешку, которая есть у каждого дома, записать любимую телепередачу даже тогда, когда вас нет дома. Ну и, соответственно, если можно записать, значит, можно и воспроизвести. Каким образом? Тоже так же. Захожу я в меню, в USB, видите, мультимедиа. Можно музыку послушать, можно фотографии посмотреть. А ведь это удобно, когда с отдыха приехали, или свадебные фотографии, например, посмотреть не на планшете, не на компьютере, а на большом экране. Телевизор вот у вас наверняка большой. Вот это пока моя мама еще не освоила, надо будет посмотреть внимательно. Очень хорошая вещь, очень удобная. Я пользовался, мне безумно понравилось. Вот смотрите, красивая природа. Захожу сейчас, нажимаю, загрузилось. Чтобы увеличить изображение, мне надо нажать на красную кнопку, внизу подсказка. Нажимаю на красную кнопку, изображение увеличилось. Эврика, друзья, при этом смотрите. У нас сразу на два телевизора транслируется это изображение. Представьте, как это удобно и здорово. Качество высочайшее. В то же время вы можете секундочку буквально нажать, остановить, отойти, выключить чайник или снять с плиты кастрюлю, нажать play и продолжить с того же места просмотр видеоролика. Ну, ты знаешь, моя мама уже давно пользуется вот этой функцией, причем разобралась, я была сама удивлена абсолютно без моего вмешательства. Обычно с техникой она не дружит. Она, знаете, вот когда поликлинику нужно или еще куда-то срочно, а вот по телевидению идет твой любимый сериал, который потом, ну, невозможно будет посмотреть в повторе, вот она пользуется вот нашей телевизионной приставкой, которая в ее отсутствии записывает ее любимые сериалы и фильмы. Друзья, это целый комплект сегодня мы вам предлагаем по цене 2799 рублей. И кабель, и телевизионная приставка, и цифровая антенна со скидкой 800 рублей. Делайте подарки для своих близких.